Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта AppsVideoReview.ru. Игра типа в баскетбол. Это занимательная игра, наподобие Paper Toast. Вы только в отличие от Paper Toast, вы забрасываете не бумажные мячики в мусорную корзину, а играете в баскетбол. Итак, начинайте игру. У вас есть поле, есть мячик. И, меняя траекторию мяча, вы должны попасть в корзину. Забрасывать можно по-разному, естественно. И мячи появляются в разных местах. Так что некоторые мячи забросить легко, а некоторые забросить гораздо сложнее. Если вы делаете серию из попаданий, то ваши очки удваиваются и потом утраиваются. Вам даются разные поощрения, бэджи. А если вы попадаете в сложный мяч, то играется даже какая-то определенная анимация. Это вот тренировка. В начале игры вам, естественно, объяснят, как играть. Покажут, что вы можете делать. И тому подобное. На заднем плане, как вы видите, пейзаж какого-то индустриального мегаполиса, бедного района, явно не богатого, где чаще всего баскетболы играют. Итак, это практика была. Здесь вам надо просто играть и забрасывать мячи. Можно играть в карьеру. Тогда на каждом уровне вам будут даваться новые задания, и вам нужно будет их выполнять. Соответственно, геймплей не меняется, но меняются задания. Вам надо либо за определенное время набрать определенное количество очков, либо забросить какой-то определенный тип, выполнить определенный тип броска и тому подобное. Сейчас я что-то играю не очень хорошо, и вряд ли я перейду на следующий уровень. И так далее. Еще есть интересная возможность игры. Игра по сети. Для этого вам нужно зарегистрироваться в OpenFaint. Итак, во время игры по сети сначала надо некоторое время подождать, как там написано на доске, что используется это время для тренировки. Но после того, как наберется достаточное количество игроков, набирается оно достаточно быстро, вы начинаете соревнование на время в режиме реального времени с соперниками. Информация по очкам отображается на доске на этой. И вы видите, насколько больше или меньше очков вы заработали, чем другие люди. Поиграв несколько раз по сети, я могу сказать, что в сети встречаются профессионалы, которые набирают в разы больше очков, чем я за то же время. Но в то же время попадаются и новички. Итак, начинается сетевая игра. Вы видите счет на доске. Я играю как плеер, а там еще у игроков есть имена. И вот начинается игра. Вы можете видеть, что игроки совершенно разных уровней. Есть люди, которые очень быстро начинают набирать очки и меня обыгрывают. Они явно попадают все мячи подряд и тренировались гораздо дольше, чем я. Вот закончилась сетевая игра. Как видите, я занял не самое лучшее место, но тем не менее неплохо. Если вам понравился наш обзор, голосуйте за нас на YouTube, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылкой на видео с друзьями. Спасибо за внимание. До свидания.